Одноминутная проповедь. Евреям, 6 глава, первых два стиха. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Автор здесь указывает о том, что не стоит зацикливаться на начатках учения. Такими он называет учение о крещении, различные обрядовости. Это не означает, что мы не должны уделять этому внимание. Но это означает, что мы не должны вот все свое внимание уделять только лишь этому. Мы должны двигаться дальше. Мы должны развивать свои личностные отношения с Богом, развивать свою веру в Него и иметь живое личностное общение с Христом. Только так мы сможем обрести успех в вере. Да благословит нас Господь.